Hello. Я называется, ой, вышла в эфир. Уже сколько времени не заходила. Выздоравливай. Спасибо большое. Я уже устала, правда, болеть. Гексорал. Ой, у меня такое было. Ничего не помогло. Так у меня же не горло болит. У меня просто кашель. Гексорал, это же от горла. Это все от горла. Это не от кашля. У меня горло не болит. У меня просто кашель и насморк. Все. Остатки вот этого заболевания. Привет, Федя. Ту-ту-ту. К аллергологу сходи. Не. У меня просто остатки от простуды остались, поэтому я не могу выздороветь до конца еще. Да нормально проходит. Как обычно. Мистер Кредо, да. Вообще не говори. Я Сахалина. Южного. Да, почти с Южно-Сахалинска, недалеко. Привет, привет всем. Ничего себе, у вас так много. Девушка, у меня ожог глазной роговицы. От вашей красоты. Блять, я уже испугалась, думала, уже посоветовать что-нибудь. Сахалине рыба вкусная, копченая. Я рыбу вообще не особо люблю. Сахалин базара нет. Женя вообще в шоке. Я не принимаю на звонки. Да нет. Успокойся. Захвалили прям реально. У меня в городе не такой рыбы, как у тебя в городе. Я же говорю, я не особо люблю рыбу, поэтому мне вообще пофиг. Что за вопрос странный, золотой? Привет. Не знаю зачем. Привет, я Сахалина. Так, откуда? Чё? Откуда, если не секрет, недалеко от Южного? Антон. Санива, как дела? Все хорошо. Доброе утро. Я не успеваю, подождите, как твои дела? Отлично. Что эти дня? Попозже. Угу, спасибо, хорошо, Сереж. Спасибо большое. Заходи, конечно. Капец, на цену пали, ну. Я не успеваю читать просто сообщения. Давайте помедленнее записываю. Что-то мне, короче, просто стрёмно сделала так. Все хорошо, Тимур. Привет. Че, пухшая пила? Да что вы все? С чего вы взяли, что я вчера пила? Где вы вообще видите, что я пухшая? Спасибо большое, Даламбек. Где я? В каком месте я пушаю? Скажи, пожалуйста. Чего не заходила? Привет, привет. Я ничего, сижу, общаюсь с людьми. Я не знаю, в каком месте. Вон как губы опухли. Чё? Даламбек, спасибо за уточку.
Понятно. Угу. Спасибо большое. А троллят тебя все, не читай. Да не троллят, нормально вроде пишут. Просто некоторые сообщения, ну, я, в принципе, не понимаю, о чем вообще говорят. Привет. Блядь, бесит эти волосы, они прям волоски иногда вот сюда прям касаются, чешутся нос. Люблю тебя. Трэш. Люби. Что говорить? Блядь. Конечно. Люблю тебя, не могу. Обожать. Я тебя обожаю. Тяжело. Тяжело вести эфир. Когда болеешь. У меня прям дыхания не хватает немножко. А, все нормально. Да я не за людей говорю, а мне тяжело именно вести, потому что я еще болею. Кашель, насморк. Дыхание тяжело дышать. Ну, я постоянно почти говорю, и поэтому воздуха не хватает. Я не отвечаю на звонки. Можете мне не звонить. Мед кушай. Ну, у меня нет меда. Как погода на Сахалине? Да нормально, солнышко. Лимон с чаем. Я уже не могу его пить. Это чай с лимоном, мне уже тошнит от него. Я уже его перепила. Так, ну, самое тяжелое это была температура. Температуры сейчас нет, но вот эти вот остатки, типа кашля, насморка, тяжело. В аптеку не ходила? Нет. Жаропонижающий. У меня нет температуры уже, у меня прошла она. У меня осталось только кашель, насморк. Спасибо за подписочки большое вам. Hello. Чё? Ту ладно, Дживс, чё? Я не понимаю, о чем ты пишешь. А, перевести. Спасибо. Спасибо большое за подарочки. Все, у меня крыша поехала. Да. Какие планы на день? Да я не знаю. А, тебе вернуть крышу на место. Ага. Ну да, можно. Это адреналин, раш, энергетик. Тебе тихо шифером шурши. Чё? Тихо. Чё? Серёж, привет. Серёж. Серёж. Болеешь и такое пьёшь. А тебя бы нет. Когда да. Да. Крыша едет не спеша. Хорошо, Женя, иди работай. Удачной работы. Типа, а что в этом такого плохого, что я пью наргоз?
Я понимаю, если бы мне было очень плохо, у меня была бы температура, я бы просто сидела в таком состоянии, я бы не вышла точно в эфир. И я бы не была такой, конечно. Энергетик через трубочку. И что? Что не так? Давайте обострём мою трубочку. Что она в помаде? Бэйби. Бэйби. Давайте к чему-нибудь еще прибьемся, так скажем. Обожаю просто. Вот это любовь моя. Нет, не можем. Я сегодня буду наказана, не переживайте. Ага. В угол меня поставишь. Ок. Угу. Не, ну а чё? Фу, что-то тяжело. Угол — это скучно. А что не скучно? Шкаф? Со мной наедине. Не канает. Love, baby. Потом расскажу. Да давай здесь, мне нечего скрывать от своих подписчиков. Прямо здесь и прямо сейчас. Страшно, 35 километров всего. Ага. Тут много свидетелей. Я тебя умоляю.